Доброе утро, уважаемые граждане. Значит, сегодня мы разберем, как все-таки на предыдущих роликах я разобрал, что не то, это неверное. То есть килограмм может быть ваты, килограмм воды, а у него килограмм на метр. Как же считать? Вот об этом я и думал эти дни. И пришел к выводу, что такое энергия. Энергия — это есть горение, либо выделение тепла, либо не горение, а нагревание. А все это мерится температурой. То есть энергию нужно мерить температурой. А счет температуры можно начинать с температуры таяния льда, как у них и записано. И тогда получаем более точное измерение. Например, лампочка накаливания. Сейчас пишусь, мощность ее 100 Вт. А на деле-то мощности нет. Мощность измеряется нагревом подходящего к лампочке проводника в точке его соединения. То есть, если померить температуру провода в точке соединения, это и будет энергия лампочки. Энергия — это горение или нагревание. Нагревание — это цикл перед горением. То есть нагревание — это выделение энергии, как и горение. На входе лампочки замеряем температуру оголенного проводника, лучи нулевого провода. И видим, например, 40 градусов Цельсия. Это значит, энергия лампочки — это 40 градусов, не больше и не меньше. Лампочка на 50 Вт может дать энергию, например, 36 градусов Цельсия. И тут мы видим, что энергия лампочки на 100 якобы Вт, якобы. Потому что Вт — это у них тоже в ньютонах. А ньютон мы разобрали, это все чушь. Килограмм на метр, килограммы могут быть разные. Вот. То есть больше энергии лампочки на 100 Вт на 4 градуса. 1 градус температуры – это и есть мощность и энергия. То есть энергия – это и есть мощность. И считать это нужно все вместе. Таким путем измерения будут верные. Достаточно померить температуру, и вы узнаете энергию любого предмета, а значит, его силу и мощность. И одновременно расход тепла. Именно расход тепла надо считать. Как посчитать расход тепла? В градусов. Считаем от нуля, допустим, расход тепла. Температура, допустим, комнаты 20 градусов, а температура провода 30. Расход тепла 10 градусов. То есть мы можем считать только расход тепла. А не то, что там на счетчике. Там килограмм, килограмм считает. Как можно считать килограмм, если это энергия? Это горение. Энергия — это горение. Процесс энергии — это процесс горения. Горение или нагревание. Другого в природе нет. Например, мы берем это самое... ту же лампочку, или берем, допустим, обогревательный элемент, он нагревается, или берем мотор от машины, что там происходит, например, крутится колесо через двигатель, происходит горение, двигатель внутреннего сгорания, крутится колесо через электромотор, то же самое происходит, значит, там даже не горение, а нагревание, до горения не доходит, там путем нагревания. Путем нагревания, значит, частицы, которые легче газы, начинают производить, значит, энергию. Толкают вал этого ротора и так далее. То есть у нас получается, что энергия измеряется пока, да и не пока, а в принципе это верно, только температурой. Все остальные измерения. Ваты, вольты, это я разбирал уже. Это придумано для того, чтобы нас дурачить на счетчике. На самом деле,
на счетчике показывает неизвестно чего. Нагрев. То есть нагрев. Нагрев, значит, можно определить, сколько, значит, топлива сожгли, чтобы нагреть до такой температуры. Вот это можно еще определять. То есть определение топлива. Но никакие там не киловатты, как они придумали. Я уже об этом говорил, что ватт, киловатт, вольт, это все определяется через Ньютон там. А Ньютон это один, Ньютон равен 1 килограмм на метр, разделенный на секунду в квадрате. Ну что такое килограмм? Килограмм газа, килограмм воздуха, килограмм ватта, килограмм это же... Ну килограмм ничего не дает. То есть килограмм, когда он лежит, у него нет силы. Это килограмм. Он должен, этот килограмм, получить энергию, то есть нагреться. И тогда он производит какое-то полезное действие. Вот здесь-то идет и путаница. То есть энергию измеряем температурой. И даже вот на счетчике, когда они говорят, вот амперы, это измеряется сила тока амперами, а потом киловатты, значит, это все чушь, полная чушь. Потому что я, проработав электриком, видел, что если даже не совершается никакой работы вообще, но контакты, допустим, автомат стоит 25 ампер, контакты там плохие, и оно греется, вот эта и энергия получается. Там нет никаких килограммов, там есть только выделение энергии, выделение газов. Килограммом там это не померить, а только температурой. Потому что энергия это выделение газов различных. По своей структуре, по своим свойствам. Так же, как и почему нельзя мерить по Ньютону, потому что килограмм имеет всякие свойства, всякую структуру. И всякую энергию от нагрева. То есть энергия получается нагревом. И мерить надо ее, пока другого не придумано, температурой. На этом все заканчиваю. До свидания.